Всем привет, на связи Нарго. Надеюсь, вы не против небольшого войсовера. В этом видео я расскажу, как проходил наш косплей-фотосет по Final Fantasy VII. И да, если вы вообще ни разу не знакомы с сюжетом Final Fantasy VII, то внимание, здесь будут большие спойлеры. Небольшая предыстория. Мы с Аоки впервые сделали косплей на Зака Сайрис еще в 2011 году. И хотя костюмы тогда были далеки от идеала, с этим фотосетом связано очень много хороших воспоминаний, и сами фотографии я люблю до сих пор. Годы шли, и нам захотелось сделать более актуальные парные фотографии, а идею показать воссоединение этих персонажей я вынашивала уже много лет. Наконец, в прошлом году, после того, как мы сделали новые костюмы, мы с нашей задумкой обратились к Кире, с которой мы работали уже много раз. Если есть возможность, то мы всегда выбираем реальную локацию. Но нашу задумку технически проще было сделать в фотостудии и воссоздать локацию в 3D. Мы вновь воспользовались заменой фона по нескольким причинам. Во-первых, фотостудия – это всегда удобно и комфортно. На время аренды зал только в нашем распоряжении, и посторонние люди не мешают съемке. Во-вторых, по нашей задумке фото должны были чередоваться по свету и настроению, а лучше и проще всего контролировать эти моменты можно со студийным светом. В-третьих, можно не зависеть от погоды. Тогда на дворе был март месяц, а в Питере в это время, как правило, сугробы снега, хотя конкретно в ту весну не было, но в общем не важно. Даже если бы мы ждали лето, нам нужно было бы ездить на несколько разных локаций и ловить разный свет. Чтобы сохранить общий концепт и не ждать у моря погоды, мы решили отснять все за один день в студии. Перед всеми моими фотосетами я всегда делаю раскадровку в виде грубых набросков, чтобы показать идею, позы и последовательность фото. Мы с фотографом всегда должны знать, что мы делаем, от чего отталкиваемся и какой свет ставим. Кира также занималась созданием антуража в 3D и обработкой фотографий. Некоторые кадры были сделаны коллажированием, например, с окровавленным мечом или с летящей косой. Итого вся съемка у нас заняла 3 часа. По нашей задумке, счастливые кадры должны были чередоваться с фатальными моментами жизни Зака и Айрис. Мы хотели показать, что несмотря на то, что эти моменты произошли в разное время и в разных местах, Зак и Айрис всегда были связаны, и впоследствии они воссоединились в лайвстриме. И вот что у нас получилось. Thank you.
Большое спасибо за просмотр. Ждем ваших мнений в комментариях, а пока подпишитесь на нас, чтобы не пропустить другие видео про фотосеты и создание костюмов. До скорых встреч и пока!